My greetings to you, dear friends, and like-minded people who feel the same way I do. I'm addressing independent film producers of the USA and Ireland, who are intimately connected with the culture of Ireland, with my request about your support of my project. The film that we will be making is The Joys of Loving Joyce. It's a story of unique love. The fact that all its heroes are real people makes it even more meaningful. I would ask your attention in watching our presentation reel. My name is Katerina Ksenieva. I'm an actress, co-author, and producer of our project. Thank you. Женщина-архивариус вела Елену между рядами стеллажей с папками. Их были тысячи, сложенные на полках по алфавиту. Добрели до буквы «Р». Романович Игорь Михайлович, 1908 года рождения, Минская губерния, прочитала женщина, открыв папку. На первом листе была фотография Игоря в фас и в профиль. «Да, это он!» – вскрикнула Елена. Она листала дело Романовича и наткнулась на отпечатанный на машинке донос некоего доброхота, в котором было сказано следующее. «Являясь ярым антисоветчиком, гражданин Романович под видом переводов английского буржуазного писателя Джойса, известного своей ненавистью к нашей стране, внедряет чуждую советским людям упадническую буржуазную мораль западного мира». Дальше Елена не могла читать. Глаза заволокло слезами, строчки поплыли. Она бежала по улице, ничего не видя вокруг. Не помнила, как села в пригородный поезд. Не помнила, как доехала до подмосковного поселка. Не помнила, как оказалась у своего дома. «Тетя Лена приехала!» – радостно закричала 9-летняя Катя, глядя в окно. Ее мама, Ирен, которая что-то готовила на веранде, посмотрела в сад и увидела Елену. Та стремительно вошла в дом и направилась к книжному шкафу. Встала на стул, достала с верхней полки папку с надписью «Улисс» и вынула из нее толстую пачку листов. «Зачем тебе рукопись?» – встревожилась Ирен. «Что ты хочешь делать?» «Я хочу ее сжечь!» – с ожесточением ответила Елена. «Как сжечь?» – обалдела Ирен. «Что ты несешь?» «Его арестовали из-за Джойса», – сказала Елена, глядя на исписанные листы. «Он погиб из-за Джойса!» – вдруг закричала она и с размаху швырнула рукопись. Ее листы разлетелись по всей комнате. «Господи, как я его ненавижу! Этого ирландского словоблуда, порнографа, высокомерного сноба!» Елена в неистовстве топтала листы рукописи. Испуганная Ирен бросилась их спасать. «Что ты делаешь? Опомнись!» – говорила она, собирая листы с пола. «Это ведь работа Игоря! Дело всей его жизни!» «Напрасный!» – вскрикнула Елена. «Напрасной жизни! Зачем он потратил ее на пустоту? Ведь рядом была я, живая!» Елена зарыдала и, закрыв лицо руками, в бессилии опустилась на пол. «Никогда его не любила, этого Улисса!» – всклипывала она. «Не понимала и не любила. Игорь читал мне фрагменты, восторгался, а я только делала вид, что мне нравится, чтобы его не обидеть. Я не люблю такую литературу, мне не нужен поток сознания. Я люблю Тургенева, Толстого, Чехова. Мне не нужна революция в литературе. Я вообще ненавижу революции. Сколько дерьма поднимается, сколько гадости человеческой!» Ирен положила на диван собранные листы, присела на пол, обняла Елену, стала ее гладить по голове. «Ну успокойся, милая, ты не права. Из-за Сталина его арестовали, а не из-за Улисса. И ты это понимаешь не хуже меня». Девочка Катя подбежала к женщинам и тоже принялась обнимать и гладить Лену. «Тетя Лена, не плачьте», – упрашивала она. «Мама сварила клубничное варенье и оставила пенки специально для чая. Давайте лучше чаю попьем». «Хорошо, Катенька», – сказала Елена сквозь слезы. «Я действительно выпила бы чаю». «Отлично», – обрадовалась Ирен. «Я поставлю чайник». Елена достала из карманчика платок и вытирала глаза. «Тетя Лена, можно тебя спросить?» – обратилась к ней Катя. Елена согласно кивнула.
А почему дядя Игорь погиб из-за Джойс? Разве можно погибнуть из-за радости? К сожалению, можно, вздохнула Елена и обняла девочку. Сидевшая рядом кошка вдруг привстала и с интересом уставилась в темный дверной проем. Елена повернула голову и увидела Игоря. Он стоял, прислонившись к косяку, или, скорее, парил в воздухе, так как ноги его не касались пола, а тело слегка колебалось, как марево. Его лицо, его глаза были обращены к ней. «Тетя Лена, что с вами?» – испугалась девочка, увидев ее расширившиеся зрачки. «Куда вы смотрите?» Игорь смотрел на Елену и как будто улыбался. Джеймс Джойс сегодня звездная личность. Его имя производит магическое впечатление не только на тех, кто ценит его как гения литературы, но и на тех, кто никогда не открывал его книг, поскольку окружено аурой таинственности и величия, как имена Караваджо или Паганини. В силу этих обстоятельств само название фильма «Радость любви к Джойсу» обладает рекламной привлекательностью. Однако поводом для кинопроекта послужила не личность Джойса, а книга воспоминаний Елены Вержбловской под названием «Близнец». Это пронзительная история любви красивой хрупкой женщины к талантливому переводчику Игорю Романовичу. Любви, которую она пронесла через всю свою жизнь. Навряд ли найдется тот равнодушный человек, у которого не защемило бы сердце от истории ее хождения по мукам, поскольку молодость и дни любви этой женщины прошли в годы жестокого сталинского режима. Так что, по сути, наш фильм – это мелодрама, дающая множество поводов для зрительского сопереживания, тем более сильных, что в основе событий лежит истинная биография реальных людей. Сергей Эйзенштейн, прогремевший на весь мир броненосцем Потемкиным, возвращается в Советскую Россию. Из Парижа он привозит роман Джеймса Джойса «Улисс». Это, по его мнению, революция в литературе. Джойс погружает читателя во внутренний ассоциативный мир человека, расширяя тем самым как возможности литературы, так и кинематографа. Об этом Эйзенштейн говорит на своей открытой встрече с писателями и кинематографистами. На этой же встрече и знакомятся наши герои – студентка рабфака Елена Вертловская и поэт-переводчик Игорь Романович. Игорь, захваченный рассказами Эйзенштейна, умоляет его дать ему роман для перевода. Но режиссер ни за что не хочет выпустить книгу из рук. Однако он милостиво разрешает настырному молодому человеку читать книгу у себя в эйзенштейновской квартире. Нахал с горящими глазами, напросившийся в дом к самому Эйзенштейну, с первого взгляда покоряет Елену. Игорь – поэт, и поэтому сразу находит в ней ту незнакомку, которая вдохновляла поэтов от Сирано до Бержерака до Александра Блока. Кроме того, они даже внешне поразительно похожи друг на друга. Взаимное притяжение быстро перерастает в самоотверженную любовь близнецов, как теперь их называют друзья. Кто эти друзья? Сегодня это известные имена в искусстве 30-х годов. А тогда это был круг молодых поэтов и музыкантов, веселых и остроумных, бесконечно подшучивающих друг над другом, творческая молодежь, азартна и в своих бесконечных спорах о литературе, и в дружбе, и в любви. И живут они по Маяковскому. Твори, выдумывай, пробуй. А в это самое время автор «Улисса», гениальный писатель Джойс, обитая в Париже, пытается изменить трудную судьбу своего запрещенного во многих странах романа. Завернув с соседней улицы к ресторану «Клозери де Лиля», Пауэр увидел у входа Джойса, который прощался с молодой парой богемного вида. Когда те прошли мимо него, Пауэр подошел к Джойсу и спросил, что это за пара. «Какие-то французы», – пожал плечами Джойс. «Чего им надо?» «Хотят перевести моего Улисса». «И вы разрешили?» «Да».
«Но вы же о них ничего не знаете», — возмутился Пауэр. «Как вы могли согласиться отдать Улисса?» «А я никогда никому не отказываю». «Не отказываете?» — переспросил Пауэр в недоумении. «Да», — ответил Джойс с улыбкой. «Потому что знаю, что ни у кого это не получится». Был вечер. Игорь вышел из парадной. Увидев его, Лена вскочила с садовой скамейки. «Ну что?» — спросила она. Полный восторг. Глаза Игоря горели. «Улисс — это чудо какое-то. Что ни слово, открытие. Но толстенный, зараза, страница 800». «Ого!» — удивилась Лена. «И когда же ты его прочтешь?» «Не знаю». Эйзенштейн написал своему знакомому режиссеру, чтобы тот прислал еще один экземпляр. «Тогда начну переводить. Ух, не терпится». «Да что ж там такого особенного?» — недоумевала Лена. «О, Джойс — это целый космос». Герои фильма – это те самые подвижники, для которых служение культуре – главный смысл жизни. Именно это и связывает между собой молодых советских литераторов, влюбленных в творчество Джойса, и самого ирландского писателя, который, живя в благополучной Европе, даже не догадывается о том, какое роковое влияние оказал на судьбы своих русских почитателей и переводчиков. Однако сам он точно такой же бескомпромиссный подвижник литературы, для которого служение слову является смыслом жизни. В фильме несколько основных персонажей. Ирландский писатель Джейн Джойс, молодая женщина из России Елена Вершпловская, которые никогда не встречаются друг с другом, но если в кадре нет Джойса, то там непременно есть Елена. Связывает их между собой роман Джойса «Улисс», переводом которого на русский язык фанатично занимается муж Елены, поэт и переводчик Игорь Романович. Игорь искренне верит в социализм, в то, что вместе со всеми строит самое справедливое общество в мире. Он верит в то, что революционный гений Джойса нужен его соотечественникам, его стране. Романович полон энергии, талантлив, остроумен. Уныние не его черта. С ним всегда весело. Он способен рассмешить Елену даже во время свидания в исправительном лагере. У Романовича есть альтер-эго. Поэт и переводчик Валентин Стенич. Он тоже восхищается Джойсом и еще раньше начал переводить Улисса. Однако остановился, почувствовав приближение репрессий. В отличие от Игоря, Стенич – противник режима, скрывающий ненависть под маской весельчака, мастера шуток и розыгрышей. Он много пьет и в состоянии подпития позволяет себе антисоветские выпады, за которые приходится поплатиться жизнью. Этот ироничный человек оставил яркий след в среде довоенной художественной богемы. Он дружил с Мирхольдом, Шостаковичем и вдохновлял композитора на экстравагантные сочинения, обнародовать которые было тогда смертельно опасно. Товарищи реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что являюсь по природе реалистами, они не могут, не могут не писать музыку реалистическую. Еще одним персонажем из второго круга является Артур Пауэр, ирландский писатель, постоянный спутник Джойса в его европейских странствиях. Пауэр – восхищенный собеседник Джойса и в то же время искусный провокатор, который под маской наивности и простодушия вызывает безапелляционного Джойса на экстравагантные высказывания и поступки. Его роль здесь не менее значительна, чем роль Санчо Панса при Дон Кихоте или доктора Ватсона при Шерлоке Холмсе. Именно благодаря ему Джойс раскрывается перед нами как оригинальный мыслитель и неспровергатель устоявшихся истин.
Рукопись перевода Улисса становится стержнем, на котором держится весь сюжет. Она объединяет в фильме разных персонажей на протяжении полувека, и ее история завершается в финале русским изданием Улисса, стоящим на полке Московского дома книги. В фильме существует три пласта, три параллельных мира. Первый – советская действительность с коммуналками, презрением к комфорту, с жаждой знаний, с бурлением и оптимизмом, с Утесовым Эйзенштейном, но со страхом и доносами, с арестами и лагерями. Второй мир – западный, буржуазный, более размеренный, прогулочно-ресторанный, афишно-витринный, лениво развлекающийся в преддверии мировой бойни. Третий мир фильма отражает поток сознания, предложенный Джойсом как новая форма повествования. Это мир духа, которому подвластны любые путешествия в пространстве и во времени. В этом мире оказываются те, кто одарен воображением и талантом. Это и сам Джойс, и Игорь Романович, и Стенич, и Елена. Здесь перед нами возникает проблема зримого воплощения потока сознания. В решении этой задачи авторы фильма будут опираться на опыт выдающихся кинематографистов, предложивших нестандартные формы ассоциативного монтажа. Рассказывая пронзительную историю жизни и любви Елены Вердловской, фильм как бы рекламирует Джеймса Джойса. И если молодые современники после просмотра фильма заинтересуются загадочным ирландским писателем, цель фильма будет выполнена. Нам кажется, что одна из важнейших задач художника – способствовать возвращению утраченной культуры, чтобы дать возможность молодым современникам открыть для себя мир нематериальных духовных ценностей. Thank you for watching. I would like to say a few words about my father. Film director and script writer Yuri Manin. It is no wonder that now, in the epoch of a new dictatorship of Russian government, guided by Stalinist values, Yuri Manin is a person non grata in modern Russia. The project The Joys of Lyman Joyce is claimed to be anti-patriotic and harmful for Russian people. Film director Yuri Manin is Russia's only winner of Charlie Chaplin's Golden Cane, handed to him by the widow of the great film satirist. The head of Sony Pictures, Michael Barker, invited Yuri Manin to be nominated for the Oscar in 1994 with his film The Window to Paris, also known as Salade Russe. In his letter to Russian Minister of Culture, Michael Barker wrote, "Dear sir, we are the distributors of Salade Russe directed by Yuri Manin in North America. The response to the film at screenings in Los Angeles and New York has been terrific with both the critics and the audiences. It seems to communicate the message of bringing two cultures together in a warm and enlightening manner. Russia has not won the Best Foreign Language Film Academy Award since 1981. Should Salade Russe be the official Russian entry to the Academy Award for the Best Foreign Film, we feel confident the picture will not only be nominated for the award, but has a very good chance to ultimately win the award itself. The only way this is possible is if the film is the official Russian entry. Sony Pictures Classics has been involved with many Academy Award nominees over the years, including the last 2 years Academy Award winners for Best Foreign Film, France's Indochine in 1992, and Spain's Belle Époque in 1993. A director like Yuri Manin that has a new voice for American audiences is the type of filmmaker Academy members love to discover. Sony Pictures Classics will support the picture in the manner we have supported our very best films, and I'm sure it will make you, your colleagues, and your country very proud to be involved with another Academy Award nominee, and possibly even a winner. I hope you give Salade Russe your utmost consideration as the official Russian entry. Thank you, Michael Barker." Michael Barker's letter to the Russian Minister of Culture inviting Yuri Manin to the Oscar Academy Festival caused quite a stir. The Minister of Culture was determined to prevent Yuri Manin's film from going to the USA. This militant idiocy is typical of the Russian system.
Yuri Mamin sculled the first swallow of Gorbachev's perestroika. In 1989, in a Gorbachev epoch, Yuri Mamin was invited to the USA to present his first two films, The Neptune Holiday and The Fountain. It is worth noting that a number of American senators had the films ordered for viewing in order to have an idea of what was going on in Russia at the time. Since the Russian authorities hate Gorbachev and consider him an enemy of the Soviet system, the name Yuri Mamin is hated as much as the name of Gorbachev. I believe that the opinion of the head of the American production company Sony Pictures, Michael Barker, is to be respected. Yuri Mamin's films have attained a great number of world prizes and the love of his audiences. The project The Joys of Loving Joyce, under Yuri Mamin's direction, promises to become a truly deep and passionate phenomena of the world cinema. Thank you.